Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 4 на странице 15. В этом упражнении мы должны прочитать задачу и выбрать к ней решение. Давайте прочитаем задачу. В одном букете 5 гвоздик, а в другом на 2 гвоздики меньше. Сколько всего гвоздик в этих букетах? Выбери решение этой задачи. Для того, чтобы нам это было сделать легче, давайте выполним краткую запись к задаче. Нам известно, что в одном букете 5 гвоздик, а в другом букете неизвестно количество гвоздик, но известно, что их на 2 гвоздики меньше. Нам нужно знать, сколько всего гвоздик в этих букетах. Мы не можем сразу узнать, сколько всего гвоздик в двух букетах, потому что мы не знаем, сколько гвоздик во втором букете. Давайте это узнаем. Нам сказано о этом букете, что в нем на 2 гвоздики меньше. Меньше на, значит, мы должны вычесть. Из 5 вычесть 2. У нас получится 3. Ну, а затем мы уже можем узнать, сколько всего гвоздик в двух букетах. В первом букете 5, во втором 3. Мы к 5 прибавим 3, получится 8 гвоздик. Давайте посмотрим. Вот второе решение у нас как раз и подходит к этой задаче. Состав задачи по другому решению. Давайте сравним решение 1 и решение 2. Первые действия в этих задачах отличаются. В первом действии, во втором решении мы вычитали, потому что у нас было меньше на 2. А в данном решении здесь наоборот складывают. Значит, должны мы в условия задачи изменить меньше на, изменить больше на. Что у нас тогда получится? Получится следующая задача. В одном букете 5 гвоздик, а в другом на 2 гвоздики больше. Сколько всего гвоздик в этих двух букетах? Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.